Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Рорет, и канал «Каратель мифологии». Итак, ребят, в общем-то, сейчас я направляюсь в магазин «Карусель». Это видео для любителей Хэллоуин, праздника. Я думаю, знаете, это единственная ночь в году, когда, в общем-то, души умерших могут прийти к нам на землю. И Хэллоуин празднуется 31 октября. И он вообще-то американский. Но в России хоть немножко его празднуется. Я, в общем, сейчас направляюсь в магазин «Карусель». Я отошел сюда. Я не буду идти через этот путь, потому что там мокро, чтобы вам рассказать все. В общем-то, потому что там много людей, и могут подумать, что я сумасшедший. Вот. В общем, сейчас я вам расскажу все. Значит, Хэллоуин празднуется 31 октября ночью в Америке. Что в Америке происходит? В Америке украшают свои дома и украшают свои дома всякими, знаете, такими шевелящимися штуками, какими-то кровавыми руками, скелетами и так далее. И к ним приходят дети и стучатся в дверь. Ну, американцам в этом ночь. Они все наряженные, неважно в какой костюм, главное быть наряженным в какого-то персонажа. Вот. И они приходят и стучатся, и говорят «трик», это «трик». Это в переводе «дай мне конфетку, либо я сделаю тебе какую-то пакость». Если им не дают конфету, то тогда они делают какую-то шалость, то есть что-то там кидают в этих людей, либо в окошко камень и так далее. Вот. И я лично, я обожаю этот праздник. В России у нас немного по-другому его празднуют, как я знаю. Там просто, ну, как мы вот, как в прошлый году я праздновал со своими друзьями, мы сначала вырезали тыкву на Хэллоуин, как, если кто знает, тыкву на Хэллоуин. Вот. А также, в общем, веселились, делали, ну, бутылочку на хэллоуинские, это, как бы, пожелания, смотрели фильм ужасов, я уже не помню какой, и так далее. И, ребят, я обожаю украшать на Хэллоуин свой дом всякой вот паутинами и так далее. И вот у нас есть в моем районе и в моем городе, я знаю, 3 магазина. Первый магазин – это вот «Карусель». В «Карусели» есть отдел для праздников. И там я вчера видел несколько вещей для Хэллоуина. Я взял с собой 300 рублей и сейчас что-то там куплю и запишу на камеру. Второе. Я сейчас, в общем-то, где-то вот находится, вот, «Веселая затея». Вот есть такой магазин, тоже для праздников. Там просто завались куча для Хэллоуинов, для Хэллоуина. Всяких вещей. Дальше. Ну, фикс прайс это я не буду. Фикс прайс, наверное, все знают. Далее. Это магазин у нас «Маска», по-моему. «Маска». Это там на Хэллоуин. Там тоже все декоративно. Там на Хэллоуин привозят вещи из Америки. Но он находится в центре города. До него ехать довольно далеко. И мне нету времени сейчас ехать туда. Причем, если ехать на летом, вы говорите, то летом там не заводят на Хэллоуин ничего. Так что вот, ребят, в общем-то, сейчас я отправляюсь в магазин. Я сейчас останавливаю паузу. И сейчас я отправляюсь в этот магазин. В магазине я немного поснимаю, что я там нашел и так далее. А сейчас я отправляюсь в магазин. До новых встреч. Еще, ребята, хотел бы вас спросить, делать мне видео по другим магазинам, как я там шарюсь, как украсить дом на Хэллоуин. Голосуйте в комментариях. Я надеюсь, не будет много дизлайков из-за этого видео. Подумают, что это полная хрень. Ребят, кто вот сейчас смотрит, ну вот, кто дизлайки ставит. Пожалуйста, не ставьте их. Потому что это видео для любителей. Так что все, ребят, давайте. Увидимся, может, уже около магазина или в магазине. Вот этот магазин. Вот, да, сзади он выглядит не очень, но впереди. Там название, там вообще красиво. Просто тут сзади всякие продукты заводят, а вот там уже нормально. Вот, сейчас я туда зайду.
Вот, встретимся уже в магазине, если, я не знаю, разрешат снимать или нет, там же охрана. Так что вот, ну, я не знаю. Так что вот, дорогие друзья, встретимся уже там. Извиняюсь, дорогие друзья, что я не смог для вас поснимать. Во-первых, там очень было много людей. Было бы странно, если бы я начал запись. Во-первых, там охранники мне сказали, подошел охранник, сказал, если не снимать, только фотографировать. В общем, я отослал вам все фотографии украшений, которые там есть. Там мало, и я взял только 3 украшения из них. Вот они тут, я вам покажу дома. Вот, так что увидимся уже у меня дома. Я вам покажу, что я взял за деньги, которые у меня были, 175 рублей. Все, увидимся дома. В общем, ребят, вот взял я вот такие 3 вещи. Сейчас я вам покажу, почему я вот тут снимаю, вот тут, в барахле, потому что там у меня в комнате света мало и не видно ничего. Вот, так что вот первое, вот это такая маска тыквы. Я очень хотел когда-то на Хэллоуин себе маску тыквы. Вот я такой смотрю, и маска тыквы такие на лицо. По-моему, круто выглядит, очень круто. Вот. Сзади есть веревка, чтобы прицепить. По-моему, круто. Далее такая ведьма. Ну, ведьма, как на Хэллоуин. Тоже, по-моему, круто выглядит. Вот такая вот ведьма тоже. Ну, они вещи стоили по 69 рублей. Это 69, это 69. А вот это самое дорогое 79. Как вы видели по фотографиям, там еще был такой большой фарфоровый светильник. Он стоил 199 рублей. У меня не было таких денег. Вот. А вот это было самое дорогое из мелких украшений. Оно стоило где-то почти 90 рублей. И это очень круто, потому что они светятся в темноте. Очень крутая вещь. Вот. Мне она очень сразу приглянулась, и я первый ее взял. Второе, что приглянулось, вот эта тыква и вот сама вот эта ведьма. Конечно, эти украшения я не буду открывать. Буду открывать я их все, когда уже будет ближе к Хэллоуину, я буду украшать. Вот. А так, пока я их не буду, они просто будут где-то лежать. Вот. А так, пока не буду. В общем, все, ребят. Не судите строго это видео, потому что видео я делал для любителей Хэллоуина. Ну, кто любит Хэллоуин, очень, как и я, очень, в общем, кому понравилось. Кто не понимает, зачем это, ставить дизлайки, это, конечно, ребят, не очень. Так что все, ребят, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, подписывайтесь на канал. Всем пока.